группы — это, я вам скажу, наверное, самое сильное служение, которое есть в церкви. Реально. То есть это... Можно выключить это музыкальное оборудование? Это самое сильное служение, потому что оно не специфическое, скажем так, да? Вот если, допустим, в реабилитации, там, в адаптации, в музыке даже, в том числе, ты не сможешь быть всю жизнь, то в домашней группе можно быть всю жизнь. Это то служение, которое долгосрочное, которое на протяжении всей твоей жизни, на протяжении всего, ну, всего того времени, которое Бог тебе определил на этой земле, ты можешь продолжать быть в служении. Если, допустим, ты гитарист, ну, не в нашей церкви, вообще не в церкви, и тебе руку оторвало, то ты уже не гитарист. А на домашней группе ты быть можешь. Поэтому, ну, не оправдывайте себя, если что-то происходит, и, ну, вот это не мое, это не мне, это каждому. Бог это создал, служение, дал его церкви, чтобы каждый из нас имел возможность приходить и собираться, где двое или трое соберутся. Потому что не всегда ты найдешь двоих-троих, с которыми ты можешь поговорить о Боге, даже в своем окружении. А в домашней группе ты можешь это сделать. И домашние группы, они предназначены для того, чтобы мы дружили, чтобы мы имели общение между друг другом, чтобы мы имели общение со служителями, в том числе, чтобы мы имели общение с сотниками теперь, чтобы через это все, чтобы мы могли общаться, чтобы мы взаимоскрепляющими связями были сопричастны церкви. Поэтому, кто еще не ходит на домашние группы, я сейчас буду вас убеждать ходить на домашние группы и буду это обосновывать, соответственно, Писанию. Не соответственно моим придумкам или того, что это Александр приезжал с Украины и сказал. Он правильно сказал. Он правильно сказал, что церковь в свое время, когда были гонения в Риме, когда поменялся правитель в Риме, одно время церковь никто не гнал, и церковь спокойно собиралась. Но потом, когда начались гонения на церковь в Риме, тогда они собирались по домам, и церковь на этом выстояла. Поэтому это одно из оснований. Одно из оснований церкви – это домашние группы. Теперь домашние группы, знаете, должны быть не просто кружком по интересам. Это должно быть служение, которое должно спасать людей, которое должно приводить людей, которое обязано развиваться. То, что есть группы вчера и вовеки те же, да, они есть, но это к сожалению, а не к счастью. Потому что, к счастью, это те группы, которые раз в полгода делятся или раз в год. Или хотя бы об этом думают, неизвестно, как они делятся. Но хотя бы когда радеют об этом. И знаете, вся группа, она должна хотеть этого. То есть организм должен хотеть развиваться. Если он останавливается, если он сидит на одном месте, то он не развивается. И постепенно он стареет и умирает. Но группа должна омолаживаться, должна, неважно, там, бабушку ты привел, омоложение происходит, или мальчика, но... Омоложение в плане спасенных людей. Омоложение в плане того, что это сосуд, он должен постоянно изливать воду, чтобы обновляться водой, чтобы приходила новая вода, чтобы вы развивались, чтобы новые связи были, чтобы новые взаимоотношения были, чтобы дружба была. И знаете, домашняя группа, она направлена больше на взаимоотношения с внешними. Потому что здесь мы можем собраться, да, помолиться, но не все это понимают на иных языках молитву в домашней группе. Я вот сейчас посещал несколько домашних групп, и ну, кто приходит новый на группу, для некоторых это шок. Там, ну, сейчас как бы встать, помолиться, прославление включить, да, песню-две. Для некоторых это шок. И это шок не только для новообращенных, это шок и для верующих. К сожалению. Надо свободу в этом получить. Мы здесь не для кого-то танцуем или не для кого-то поем, мы это для Бога делаем, это наши взаимоотношения. Вы не смотрите, что на вас люди скажут. Не заботьтесь об этом, не переживайте, никого не испугайте. Испугается тот, кто не хочет. А тот, кто хочет, он останется и поймет это. Он поймет, почему мы так делаем. Он поймет, почему у нас есть прославление, почему музыку играет, когда люди приходят новые, их это шокирует. Ой, музыка какая-то, ну все понятно, я пошел. Ну, значит, не время еще этому человеку. Помните, да, Павел говорит, что мы и плясали вам, и пели песни траурные, и плясали, вы не радовались. Поэтому, ну,
это прославление, да, в домашней группе, это была, надо, чтобы обязательная часть. Потому что через это мы отрешаемся от мира, который в нас, который мы целыми днями в нем, и приходим в присутствие Божие, приходим во взаимоотношения Божьи, которые не корыстные, но построенные на любви и братолюбии. Специально для того, чтобы наша группа была сильной, наша церковь была сильной. Об этом надо молиться, об этом надо общаться. Это надо в себе побороть. Потому что, когда ты стесняешься это делать, я думаю, что ты стесняешься проповедовать. Конечно, легко проповедовать тем, кто тебя слушает. Сел у инвалида на коляске, который от тебя не уедет быстро. И проповедуешь ему, никуда он не денется, будет слушать тебя, аллилуйя. Да, он даже покается, но дальше пойдет своей жизнью жить. А когда человек, ну, увидел твое поклонение, твою молитву, твое общение, твое братолюбие, любовь, служение друг другу, я думаю, что его это зацепит. Я думаю, что когда мы помолимся, Дух Святой придет, и он его тоже почувствует во взаимоотношениях. Не надо пока сделать так, чтобы мозг что-то прям понял сразу, о, все, я понял, все, я верующий, одежды сменил. Да, возможно, нет, такого не будет сразу. В перспективе, когда постоянно, изо дня в день, мало-помалу мы будем служить, на каждой группе мы будем показывать Христа, на каждой группе мы будем показывать Бога в своих взаимоотношениях, в своих молитвах, в своем служении, в своих добрых делах, в посещении этого же брата. Через это узрят Бога люди. Через это легче, нежели поменять человеку мозг какими-то физическими формулами, там, сесть, объяснить, вот знаешь, вероятность того, что человек прошел от обезьяны, минимальна, а вот то, что он был сотворен, максимально, вот доказано, видишь, вот тут на формулах. Да нет. Это вообще даже не надо доказывать. Человек сам к этому придет, он должен сам это понять. Тогда ему будет легче ему служить, тогда ему будет легче жить со Христом. И лидеры должны быть настроены на это, помощники лидеров, вы должны быть настроены на развитие. Настроены, чтобы группа делилась, чтобы церковь росла. Мы говорим 60 тысяч, все кричат аминь. Аллилуйя, что все кричат. Но, знаете, всеми словами вы подвязываетесь, что вы готовы служить и идти что-то делать, когда вы говорите аминь здесь. А если вы подвязываетесь, тогда давайте делать. Давайте не будем тогда просто говорить об этом. Но будем еще поступать. Чего и не хватает этому миру. Чтобы 60 тысяч было, мы должны пахать. Пахать, 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 пахать на ниве домашних групп. Реп-центр свое должен делать, соцдом должен свое делать, прославление должно свое делать, домашние группы должны свое делать. И у нее обязанность, у домашней группы, спасать людей, приводить людей, обнимать людей любовью и помогать друг другу, даже в этой маленькой семье. Давайте откроем Матфея 5:47. Будете привет. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Аминь. Бог видит в этом совершенство. Бог видит в этом совершенство. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Что толку, если мы собрались и друг другу все время одни и те же? Мы уже знаем друг друга, мы уже знаем друг друга проблемы. Мы разговаривали, вот сейчас ездили на кемп, ну, потом расскажу. И с братом разговариваю, говорит, есть у нас человек. Я знаю, что практически в каждой группе есть такие люди, которые, ну, вот такой я пришел. И двигаться он не хочет. И ничего он не хочет, и не хочет развиваться. И вот такой вот я. Но, знаете, через этих людей порой тоже приходят люди в церковь. Он говорит, что вот он такой, вот он курит, и все знают, что он курит, и мы уже ничего не можем с этим поделать. Но тем не менее, он приводит, он больше привел, чем другие. В ту же домашнюю группу, ту же церковь. Поэтому, когда есть такие моменты, знаете, вы обращайте, мы уже все свободны. Сегодня мы пели песню, я хочу, чтобы вы поняли, все свободны. Иисус уже дал свободу всем. Аминь. Дал свободу всем. Неважно, что сейчас еще есть в твоей жизни. Какая проблема, возможно, зависимость или еще что-то. Вы уже свободны. Начните думать, как свободные. Начните мыслить, как свободные, не так, как рабы этого мира. Этот мир постольку-поскольку. Вот с братом Евгением разговаривал, с Мастепаном. Он говорит, я откровение получил, говорит, выхожу из дому. И понимаю, говорит, что я не выхожу, а вхожу. Ну, я первое мое впечатление гонит.
Потом говорит, а вот в церковь, говорит, захожу и понимаю, что выхожу. Оказывается, это он говорил, что вхожу в мир и выхожу из мира. Знаете, и вот так и должно быть. И церковь — это то место, откуда ты тоже выходишь, а не входишь. Когда ты выходишь из этого мира, когда ты выходишь из зависимости этого мира, из мнений, что не хлопаем, не пляшем, потом из-за одежды, вот так не одевайся, это не надо, что вы платочки подвязываете. И вот из-за вот этих вот моментов мы настолько, ну, стеснены. Мы вообще свободные люди. Аллилуйя. Бог нам дал свободу уже всем, всем. Кто пришел, покаялся, все свободны. Вы поймите это, вы начните мыслить так. Тогда не будет вот этих вот цепей, которые держат. Которые связывают и пытаются держать нас вот в этих рамках, в рамках этих мнений. И домашняя группа не должна быть зависима от больших мнений людей, которые приходят, ой, да тут что-то у вас. Ну, значит, не судьба, значит, не время пока тебе. У нас есть определенный сейчас регламент проведения домашних групп. Вот Александр, который приезжал с Украины, он определенным образом дал ту схему, которая работает у них в церкви. И мы сейчас ее приняли, благословили и... по ней двигаемся. Вы видели, уже было разделение на сотников, да? Потом сейчас введена как бы основная, ну, часть. Она небольшая, в течение полчаса ее можно провести. То есть это общение. Общение-отчет. Но это не в таком смысле, слышь, ты говори мне быстро, что ты делал вообще? Ты делал? Нет, ты должен сказать. Я не могу говорить, нет, ты должен сказать. Это должно быть все в дружеской в атмосфере, взаимоотношения дружеские должны быть. Че, брат, как у тебя с молитвой? Ну, у меня, ну вот, молюсь, ну, мало. Вот не получается, на работу иду, с работы иду. Надо это правда понять, надо это прохватить, ну, чтобы это внутрь ушло тебя, проглотить это откровение. И час молиться — это минимум. Знаете, когда, помните, Иисус уходил в Гефсиманию молиться, Он сказал ученикам: подождите здесь, ибо сердце мое скорбит, перед тем, как его должны были взять. И он сказал им: оставайтесь здесь, бодрствуйте и молитесь. И пошел молиться в Гефсиманию и молился: Господи, если возможно, пускай сия чаша минует меня, но воля твоя, а не моя. И возвращался, находил их спящими. И так было 3 раза. И он говорит: не могли бы вы молиться хотя бы час? Не могли бы вы молиться хотя бы час? То есть час, чтобы не впасть вам в искушение. То есть вот этот час нашей молитвы, он дает определенную гарантию, защиту от тех искушений, которые восстают на наши души. И они однозначно будут приходить. Они будут приходить к верующим, эти искушения. Но мы должны противостоять им. И вот одно как бы из оружий таких, которые Бог нам дал, это молитва. Хотя бы час. Надо к этому стремиться. И лидер группы должен, ну, не должен относиться к этому халатно. Потому что от этого зависит, ну, духовность группы. От этого зависит возможность делиться и вообще возможность служить людям. Если мы будем заботиться об этом, если лидер будет поддерживать, если лидер сам будет молиться за людей, в том числе и об этом спрашивать у людей. Второй момент – это добрые дела. А, вот молитва, 26 глава Матфея 40-41. 26, Матфея 41. А, Матфея 26, стих 40. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вот это показатель, кто тобой сегодня обладает. Кто командует в твоей жизни духовной. Плоть или дух? В духовной жизни командует. Я повторюсь, я не ошибся. В духовной жизни может командовать плоть, а в духовной жизни может командовать дух. И тут как-то несостыковка, да, жизнь вроде духовная, а командует плоть. Такого не должно быть. Братья и сестры, мы пришли к Богу. Мы не пришли в какой-то кружок, еще раз повторюсь, мы пришли к Богу, и Бог это просит, чтобы мы делали. Если раньше, помните, другие там
боги, которые по природе суть не боги, требовали там и детей в жертву, всякие дагоны и так далее, да, Астарты, то наш Бог просит, ребят, да вы сильно там не надо ничего такого, ну сейчас молитесь, чтобы вам же, причем не впасть в искушение, чтобы вам самим остаться на ногах и стоять, и чтобы дети ваши рядом шли, чтобы ваши жены имели с вами правильные взаимоотношения, чтобы ваши родители были в здравии и правильно вас понимали. Хотя бы час молитесь, говорит Бог, и все будет классно у вас. Дух бодр. Иоанн пишет, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Аминь. В этом писании очень явно показывается, что добрые дела, они имеют место быть в церкви. Аллилуйя. И что они имеют место быть в нашей жизни. И вот как в отчетность вот в эту, да, входит тоже как бы вопрос от служителя, да, или общение между вами, кто какие добрые дела делал на этой неделе. Как можно показать свое христианство без добрых дел? Павел говорит, покажи мне веру без дел своих, и я покажу тебе веру из дел моих. Вы задумайтесь, это я не служителю говорю, как он должен вести домашнюю группу. Я уже сказал служителям. Это вам, задумайтесь. Потому что у нас порой, знаете, вопрос задаешь, я не знаю, я ничего не делал, я опять ничего не делал, и снова ничего не делал. Ну ты верующий, да? Ты верующий? Да, аминь, аллилуйя, аминь, аминь. На иных языках, хочешь помолюсь? Докажу тебе сейчас, что я верующий. Это обман, или самообман, или лень, как хотите это называйте, но это обман, это не христианство правильное. Правильное христианство – это добрые дела. Старайтесь делать добро всем, но наипаче своим по вере. Это уже подсказка, кому надо больше делать добрые дела, а кому меньше. Но что их надо делать? Добро всем. То есть, когда у тебя есть возможность идти делать добрые дела, или ты видишь, идешь человека в нужде, или брат твой в нужде, который подошел и сказал, что у него колесо спустило. Колесо? По телефону. Колесо у меня спустило. Давай. И все, и ты там своими делами занимаешься, а он возле своего колеса сидит без домкрата. Ты даже можешь помолиться за его колесо, но как бы колесо от этого не надуется. И знаете, вот в этом наше такое, показатель нашей веры, показатель того, что мы решили, готовы ли мы идти и служить Богу, готовы ли мы в нужный момент откликнуться кому-то, когда понадобится помощь. Давайте откроем Титу 3.1. Напоминай им. Это Павел пишет Титу послание. Он говорит, напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Быть готовыми на всякое доброе дело. Готовыми это значит в любой момент, в любой ситуации поступить так, как учит Бог. А Бог говорит, делайте добро. Делайте добро. Пускай люди видят вашу нелицемерную веру, нелицемерные ваши поступки, чтобы через это они прославили самого Бога. Чтобы через это они увидели, что все-таки христианство, оно не мертвое, что оно живое, что Бог живой, что Он в нас, и Он не бездействует, а Он действует через нас, через наши добрые дела, через наши поступки, через нашу любовь и братолюбие, и даже не братолюбие, а помощь даже левым халдеям. Через это Бог действует, чтобы люди это видели. Чтобы мы не поступали только вот с друг другом, здорово у нас, хорошо, и то порой есть срывы. Чтобы не было среди нас таких выражений, да мне легче с халдеями работать. Потому что, порой, знаете, люди так говорят, и это обидно. Потому что понимаешь, как же так-то, как легче-то? Да не легче работать с халдеями, не легче. Тебя в любой момент могут обмануть, тебя в любой момент могут кинуть. И не помолятся за дело, и родить, возможно, и не будут, а возможно, будут. Но тем не менее, всегда мы должны стараться, чтобы вокруг нас, на наших работах, на наших взаимоотношениях всегда больше присутствовало верующих.
и делать им добро. Потому что через это все равно кто-то запинается еще, кто-то подскальзывается, кто-то неправильным путем, возможно, идет, товарищ. Но через это его поддерживать, через это его подтягивать, служить, служить, служить. Через это спасать людей, и группа твоя будет расти через это. А если мы любим только любящих нас, что какая нам награда нужна? Или в Библии, знаете, местописание есть за то, что вы страдаете за дело. Что же, какая вам награда нужна, если вы страдаете за дело? Если ты, ну извини меня, косячишь, и к тебе пришло наказание от закона, тебя посадили. Ну и что? Все законно, все закономерно. Если ты, допустим, пьешь постоянно и дерешься, ну рано или поздно тебе череп кто-нибудь проломит. И это нормально. Потому что это нехорошо, это нормально, потому что это закономерно. А когда мы, знаете, когда к нам люди не очень хорошо относятся, а мы им продолжаем служить, или когда люди сидят на группе надменно на твоей, а ты им продолжаешь служить и проповедовать, тогда, возможно, они спасутся, и ты получишь награду на небесах, и тебе простится множество грехов. К этому надо стремиться, об этом надо, ну, хотеть и родить. И если, знаете, ну, мы будем готовы на доброе дело, тогда мы не будем стесняться о них говорить. Мы будем взахлеб об этом говорить на своих домашних группах. Но не для того, чтобы сказать, вот я красавчик, я столько добрых дел делаю. А для того, чтобы Бог прославился. И чтобы окружающие вокруг тебя знали, что ты можешь прийти на помощь в нужную минуту. Что в трудную минуту можно попросить Виталию, допустим, приехать и с колесом помочь. Я знаю, что у него уже домкрат есть хотя бы. Я уже знаю, кому звонить. Он, допустим, сказал, а я тут на одной машине там завел. Знаю, провода есть, значит, если замерзну, можно позвонить. И через это неверующие люди, новые люди, которые пришли на группу, они увидят, что, в принципе, я тоже могу позвонить этому Виталию. Я хочу быть с этими людьми, которые помогают. Я хочу быть с теми людьми, которые не безразличны. И просто когда-то мы встречаемся в воскресенье, улыбнулись друг другу, а всю неделю знать друг друга не хотим. Нет, домашние группы не для того. Домашние группы для того, чтобы мы были друзьями именно еще и в жизни. В повседневной жизни, чтобы мы варились друг с другом, чтобы мы звонили, как у тебя дела, что плохо, сейчас приеду, подожди, поможем. Или там, допустим, брат оступился, лежит дома. Надо помолиться или приехать в центр его отвезти, или еще что-то, неважно. Вообще, ну, вы ищите эти добрые дела. Ой, я не запоминаю, записывай. Я столько добрых дел делал, что не запоминаю. У меня оперативной памяти 1 мегабайт, а я делаю там на 1 гигабайт. И так что ну, не хватает мне. Записывай, возьми флешку дополнительную, книжку какую-нибудь, записывай. Чтобы можно было на группе сказать, вот, братья и сестры, вот это тут я помог, тут помог. Прям именно надо адресно отчитываться. Понятно, не за все там. Бабушке дверь открыл, потом бабе Клаве открыл, бабе Гуте открыл, потом за этой тетей Машей закрыл. Ну, я, допустим, там помогал бабушкам в подъезде, двери открывал. Ну, предположим, я не знаю, что вы будете делать. Может, вы пойдете кормить голодных сразу. Или начнете всей церкви помогать колеса ремонтировать. Это ваше дело, это ваше сердце. На что у вас рука, ну, до чего достает, то и делаете. За это Бог благословит. Вот реально благословит. Будьте скоры на это. Будьте готовы помогать. Давайте еще откроем 2 Коринфянам 9:8. Очень важный стих и очень сильно показывающий, почему же мы, материальные люди, должны это делать. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда... во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аллилуйя. Бог силен обогатить вас всякой благодатью, всякой. Скажите, всякой. У кого какая нужда есть, она может быть покрыта через это. Всякой, любой вообще, какой бы ты ни нуждался, болел бы ты, зависел бы ты, грустил бы ты, в депрессиях был или еще что-то. Кстати, по поводу депрессии, попробуйте сделать доброе дело. В депрессии. Она уйдет. Уйдет однозначно. Это благодать. Это закон. Бог уже дал. Вот схема, вот она работает. Будешь делать, получишь. Мозг или плоть через дефис. Они начинают систему запускать. А что я могу с этого поиметь? Там, та-та-та-та.
или каким путем ко мне придет благословение, начинаешь думать и понимаешь, если ты накачаешь колесо брату, ну ни через какой путь тут по сути не придет благословение. Поэтому, ну, наверное, это дуй ртом в свое это, колесо, я сейчас на работе или там, а сам лежишь на диване. Поэтому, если же вы хотите обогатиться благодатью, тогда будьте богаты на всякое доброе дело. И не стесняйтесь говорить об этих добрых делах, опять же. Говорите об этом, это ваша жизнь, это ваше спасение, через это еще люди спасутся, это ваше свидетельство. Свидетельство, что Бог в вас производит изменения, когда ты всю жизнь ходил мимо этих бомжей и считал их ни за кого. А сегодня ты идешь, тратишь свои кровно заработанные деньги и помогаешь им. У нас порой бабушкам легче кошек кормить на сумму гораздо большую, чем можно было бы накормить людей. Китикет, там, вискас, я постоянно у нас смотрю бабки эти. Я говорю, вы что, голодных можно кормить? Нет, нет, они плохие, а вот кошки хорошие. Ну, кошкам тоже надо помогать. Ну, как бы, если приоритет стоит человек и кошка, ну, однозначно человек, потому что это душа живая, которую надо спасать, которая идет в ад. На то мы и верующие. Я говорил уже на лидерском, мы пели песню, пусть огонь придет, там во мне горит, там та-та-та-та. И знаете, я что понял, что этот огонь, он не нужен, чтобы просто он внутри тебя горел, чтобы у тебя глаза светились и все, как фонарики, чтобы ты... Этот огонь нужен для того, чтобы ты спасал людей. Этот огонь нужен, чтобы ты служил по мере собственных сил. Этот огонь нужен для того, чтобы закрывать рот нечестивым, помогать слабым. Вот для чего этот огонь. А если этот огонь будет в тебе гореть просто так, ты сгоришь. Перегоришь. И потом ты скажешь, вообще все надоело, опять одно и то же, те же лица, те же рожи, так как вот рифманы, да? Знаете, это вот в нашей голове вот эта проблема, вот этот комплекс в нашей голове. Бог дает огонь для того, чтобы мы служили. Не хочешь служить, не проси огня. Просто хлопай. Помните, когда он говорит, знаю дела твои, что ты ну, не холоден, не горяч. Был бы ты горяч или холоден, это уже другой разговор. Тут понятно, как с тобой общаться. А когда ты теплый, ты вроде бы и все. А по сути, на добрых делах видно, что ты ничего. Неужели мозг твой в присутствии Святого Духа, когда молишься, когда поклоняешься, когда Бог приходит, он не говорит тебе, друган, подожди, ну давай, вот давай посмотрим, правда, что ты делаешь? Ну ты что-то хоть делаешь? Ну да, я работаю. Угу. Ну так ты что, деньги все жертвуешь в церкви, что ли? Да нет, конечно. Хотя бы давайте добрыми делами будем богатеть. Я опять же говорю, не стесняйтесь об этом говорить. Не стесняйтесь, это надо не вам. Мы сейчас не о вашей славе говорим. Вся слава у Бога. Мы говорим о славе Божьей, которая будет влиять на этих людей, которые в ваших группах. Третье – это посещение. Это третье в отчетности, я имею в виду, в такой, ну, неформальной отчетности. Посещение других. Посещение людей, которые, возможно, были в ваших группах. Возможно, ушли... обидевшись, ушли из церкви, просто вышли на покаяние. Просто люди неверующие, и за них попросили, чтобы пришли, помолились. Посещение – это очень сильный рычаг и очень сильный метод воздействия на людей в плане привлечения их к Богу. Когда ты пришел домой, ты уже разговариваешь в неформальной обстановке. Ты уже разговариваешь и с ним, и с его родителями, или с женой, или с детей видишь, или видишь нужду в доме. Может быть, он пьет, потому что у него, ну, есть нечего. Не потому что есть нечего, потому что пьет. Потому что бывает и наоборот. Потому что, знаете, разговариваю с бездомными и говорю, чё ж ты бухаешь? Понятно, что он из-за своих недостатков, из-за своих проблем, зависимости оказался на улице. Но он говорит, а как мне в минус 30 ходить по улице и лазить в помойку, если мне не пить? Трезвому это очень тяжело делать. Поэтому, когда ну, мы должны посещать и видеть нужды людей уже именно дома, общаться уже в неформальной обстановке, это метод и способ привлечения людей к Богу. Это важно для домашней группы, для твоей домашней группы, для развития.
На все это уходит примерно полчаса, если группа примерно человек 8-9. То есть не надо сейчас там принимать это в штыки. Все это пастор сказал. Знаете, на бабушек в церкви действует, когда вот отпевание проводим, да? Там, ну, куда-нибудь свечи забыл или там что-нибудь не туда положил. Батюшка сказал, можно. А, ну, батюшка сказал, все, тогда хорошо. Тогда все вопросы отпали, короче. Вот тут тоже батюшка сказал наш, все, будем так жить. И надо это принимать. И неважно, знаете, порой, что... А вот я думаю, ответь на эти три вопроса. Ты молишься сам? Ты делаешь добрые дела? И ты посещаешь кого-нибудь, и ты увидишь, что тебе это надо. Что духу твоему это надо. Потому батюшка и сказал. Потому Господь и привел к нам этого Александра, чтобы он нам это сказал. И дал, и сказал, что, ребят, ну, давайте вы загляните в себя. И посмотрите, правда ли вы живете так, или вы не живете. А потом будем уже поднимать руки, святые мы или грешные мы. Мы, конечно же, святые, потому что Бог свят. Он говорит, вы святы, потому что я свят, не потому что вы безгрешны. Матфея 17:4. А давайте с первого стиха. «По прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие, ну, с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь. Сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. И когда он говорил, все облако осветило, а светлое осенило их, и сей глас с облака, глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Аминь. Явился Бог и сказал, это мой сын, в нем мое благоволение, слушайте. Так вот, тут очень интересный момент поведения Петра. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Он понимает, что пришел Илия, что здесь Иисус, что это сын Божий, и нам хорошо здесь быть. Ну, он это понял. Конечно же, ну, порой наши группы становятся вот этой горой, на которую мы пришли, поняли, нам хорошо здесь быть. А зачем нам еще кто-то? Зачем нам, по крайней мере, там еще 9 учеников осталось, друзей, еще там весь мир погибающий в грехах. А мы поняли, нам здесь хорошо. В нашей группе. В нашей группе нам должно быть хорошо. Но кущи эти строить нам не надо. Потому что эти кущи оставят нас на этой горе, на которую люди уже сами не придут и не скажут, вот, помоги мне, Вася, тебе так хорошо в твоей группе, я тоже хочу, чтобы мне было хорошо, помоги мне. Нет, у нас места, увы, уже нет в нашей группе, у нас всего три кущи, Моисею или Иисусу. Все, до свидания, прощай, нам хорошо. Так не должно быть в нашей группе, в наших группах, потому что в конце Бог сказал, его слушайте. И вот кого слушайте, он сказал. Идите и проповедуйте. Идите и научите. А если бы они построили три кущи, никуда бы они не пошли. Им было бы здорово. С Моисеем, с Илией и с Иисусом. Однозначно, в наших домашних группах есть Бог. Где двое или трое соберутся во имя мое, там я. И когда Бог приходит на эти группы, он касается всех. Всех, кто есть, и верующих, и неверующих. Или еще неверующих, или новых. И домашние группы, повторюсь, это очень сильное служение, очень сильный рычаг, очень сильный, ну, способ спасения людей, если вы хотите это делать. Если вы хотите это делать, опять же, хотите. Разумеете ли, желаете. Пускай Господь вас всех благословит, пускай Господь благословит домашние группы и благословит всех, кто ходит на них и пока не ходит. Аминь. Сейчас Марина Геннадьевна еще слово скажет. Здравствуйте еще раз, драгоценная церковь. Я всегда, когда выхожу сюда, на это место, я волнуюсь, потому что это была большая честь для меня стоять на этом месте и говорить Слово Божие, которое Бог вложил в мои уста.
Я благодарю пастора, что вчера он мне позвонил, буквально уже вечер был, и говорит, я хочу, чтобы сотники сказали слово. И я ему очень признательна за это, потому что, ну, как бы по церкви ходят такие слухи, да, что женщина не может быть сотником, потому что, ну, братья должны служить и так далее. Но слава Богу за нашего пастора, который однажды сказал, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Аминь. И поэтому слава Богу за него, что вчера он мне позволил это сделать, стоять перед вами и говорить слово. И прежде чем я начну это слово говорить, вы знаете, ну вот все, что происходит в последнее время, я думаю, это не случайно, потому что у Бога случайности нет. И я, знаете, я начну издалека. Но тот, кто меня не знает, я просто представлю, звать меня Марина. Я в церкви 10 лет. И, наверное, на протяжении 8 лет, если не больше, я веду домашние группы. Я вижу плоды своего служения в других лидерах, которые поднялись через мою домашнюю группу. Слава Богу за них. Я веду альфа-курс на протяжении 5 лет. Был перерыв, конечно, в этом служении. Но сейчас я снова вернулась в это служение, потому что я знаю, что новообращенным людям, которые пришли к нам в церковь, находятся здесь недавно, они нуждаются. Они нуждаются в общении, о чем говорил сегодня Рома. Они нуждаются в заботе. Они нуждаются в нашей надежде, которую дает им Бог через нас. Потому что мы все знаем, что в церковь мы приходим не просто потому, что вот нам есть, конечно, но единицы, да, у которого все в жизни было хорошо, человек, да, взял и пришел, потому что ему попроповедовали. Мы знаем, что нас приводит нужда, наша личная. И если я не буду сейчас спрашивать, так это или нет, но я знаю сама по себе, что меня привела в церковь нужда. И слава Богу за эту нужду, которая возникла на тот момент 10 лет назад в моей жизни, которая привела меня к Богу. И я нисколько ни разу не пожалела о том, что я нахожусь именно в этой церкви, именно у этого пастора, потому что мой пастор, он вложил в меня очень многое. И вообще я уже не раз свидетельствовала о том, что мне просто повезло, что когда я пришла в церковь, я попала на домашнюю группу к нашему пастору. Это такое благословение для тех, кто у него был тогда на домашней группе. Я знаю, что многие поднялись, это семья Бормотовых, мои друзья еще с тех времен. Хотя по возрасту мы вообще не можем быть друзьями, потому что у нас разница в возрасте, они мне годятся в сыновья, в дочери. Но тем не менее, они мои друзья до сих пор, и я очень рада, что на той домашней группе нас Бог объединил. Есть другие люди, с которыми мы до сих пор продолжаем общаться, и это общение дорогого стоит. И вот в январе этого года, я же сказала, что я издалека начну, пастор проповедовал. И проповедовал на скинии Давида. На тот момент моя домашняя группа, которая была новая у меня, было всего 4 человека. И кому бы я ни подходила, кого бы я ни приглашала к себе на домашнюю группу, и через альфа-курс, и просто видя людей, женщин в церкви, ну не растет группа, хоть что ты делай. Думаю, да что ж такое? И тут пастор проповедует о скинии Давида. Давайте откроем это место Писания, Деяния, 15 глава, 16-17 стихи. «Потому, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Представляете, он говорит эти слова, а у меня действительно, меня это торкает. В каком плане? У меня внутри, у меня прям загорелось. Бог мне прям тогда проговорил, я восстановлю твою скинию Давидову. Я восстановлю ее для чего? Для того, чтобы она могла служить другим народам. Здесь так написано. Я пришла тогда на домашнюю группу, Юля это знает, вот которая с моей домашней группы тогда, Оля Иванникова. Я пришла и сказала: вы хотите, верьте или не верьте, но у меня к концу 2014 года будет на группе 12 человек. Было такое, да? Сестры, скажите аминь на это. Аминь. Я не знала, как я буду делать, что будет Бог делать. То есть, но я это приняла в свое сердце. Слова те, которые сказал пастор в мою жизнь. Когда приехал, конечно, Москалев, я посмеялась, что я так ограничила себя 12 человеками. Но на тот момент я желала воссоздать скинию Давидову. 12 человек на своей домашней группе. Представляете? Я просто сейчас хочу сказать, что это не ограничение. Потому что когда приехал Москалев и собрал нас, лидеров домашней группы, сказал,
что у него там 40, там, я не знаю, там, и он вообще сотник, там, у него там чуть ли не десятки сотен человек собирается, слушайте. Но я внутри, конечно, обличилась, думаю, 12 человек, это вообще ни о чем. Думаю, значит, Бог, ты для меня готовишь больше. Я поэтому хочу, чтобы каждый сейчас вместе со мной сказал, я хочу больше. Я хочу больше. Я не хочу останавливаться на достигнутом. Потому что сегодня моя домашняя группа насчитывает около 15 человек. Это сделала не я. Это сделал Господь, который через меня и через тех людей, которые были рядом со мной, он стал просто умножать мою группу. Умножать мою группу. И последнее событие, которое происходит сейчас в церкви, когда приехал Александр Москалев и сказал, дал нам какой-то план, да, действия. Хотя, если по большому счету, я пролистывала ежедневник, который у меня был исписан за этот год, потому что 15 января это было еще в начале. Сейчас у меня уже второй ежедневник исписан. Я начала его листать, и я намного обратила внимание, что в принципе все это говорилось пастором. Но мы почему-то всегда ожидаем какого-то приезжего человека, который приедет и скажет слово в твою жизнь. Слушай, не ожидай, иди и делай. Вот о чем говорил сегодня Рома, просто иди и делай. Добрые дела, иди и делай. Хочешь служить людям, иди и делай. Вы знаете, когда мы были на женском кемпе, вот последний раз, когда мы выезжали на турбазу, да, и... Пастор Ольга попросила меня, ну, придумать какую-нибудь игру для того, чтобы мы вначале, перед тем, как она начнет служить, маленько, ну, узнали друг друга. Я сижу, думаю, какую игру придумать. И Бог мне дал эту игру. И слава Богу за Бога, что Бог дает нам эти игры и все остальное, да. И мы настолько, вот настолько мы в процессе общения объединились, как бы, да. И вот я рада Богу за то, что Он собрал именно тех сестер там, потому что одной из сестер я сейчас просто служу, являюсь ее наставником. Я не приписываю себе регалии, поймите меня правильно. Вся слава Господу нашему, понимаете? И поэтому я сегодня говорю, что я хочу больше. Я не знаю, вы знаете, кто-то может посмеяться, но у меня есть желание в моем сердце служить семейной, у меня группа девчачья, скажем так, сестринская. Но у меня в сердце есть желание служить семьям. А для того, чтобы служить семьям, нужно, чтобы была вторая половина. Поэтому, церковь, я к вам официально обращаюсь. Если вам не сложно, помолитесь за мою вторую половину. Аминь. Чтобы у меня появился муж, с которым бы мы вместе начали служить семьям. Аминь. Аллилуйя. Будет, да? Виталий Иванович уже молится, я знаю. И что же происходит, да, на наших домашних группах? Вот в связи с тем, что сейчас у нас новые новшества, как бы. Вы знаете, как только мы на своей домашней группе внедрили в те новшества, скажем так, да, то есть, вот знаете, мы когда... Получилось так, что не все люди пришли через меня, они пришли еще через Лену Орлову, которая в свое время была у меня на домашней группе, потом она стала лидером домашней группы. И когда Лена вместе с мужем уехали на миссию в Белово, да, ее группа осталась без лидера, и мы все объединились. Ну и к нам еще прилепился народ. И вот когда мы объединялись, одна из сестер говорит, да что-то вот, ну, во-первых, я благодарю эту сестру, которая открыла двери своего дома, чтобы у нее проходила домашняя группа. Слава Богу за нее, это Нина Гилева. Дайте аплодисменты ей. Вот она открыла двери. Она сама потом говорит, мне так, говорит, было трудно, но вот, честно говоря, я и не собиралась этого делать. Но вот как-то Лена так вот к ней так подъехала, мудро, что ей деваться было некуда, и слава Богу. И вот что мы приходим, мы на первую домашнюю группу, и она говорит, ой, вот что-то, не знаю, вот что-то как-то, я старая уже, типа того. Я говорю, ты на себя в зеркало посмотри, какая ты старая, ты молодая, вообще красотка. Аминь. Вот. И что произошло, когда мы... Я не стала наделять полномочиями, да, потому что я не очень люблю, когда мы наделяем. Я люблю, чтобы человек сам раскрылся и сказал, я буду. И вот я пришла на группу и задала, кто хочет быть, отвечать за прославление, кто хочет отвечать за молитву, кто будет молиться за нас, за всех, кто хочет быть моим помощником, кто хочет собирать жертву на группе, ну и так далее. И люди как бы сами, ну, согласились на то, что им поручено. И вот о жертве говорить было поручено Нине. И вот она говорит, я всю ночь не спала. Я говорю, Господи, Нина, я не хотела. Она говорит, я всю ночь не спала, но я думала, какое слово сказать на группе, потому что жертва, она всегда напрягает.
Тем более, когда есть новые люди, а у нас есть 3 человека новых людей на группе. И вот она, вы знаете, она говорит, ну она мне потом звонит и говорит, я вот через свое свидетельство, можно? Я говорю, да, конечно, можно. И она вот через свое свидетельство открыла вот жертву, да, и потом мы эту жертву, мы ее просто пожертвовали человеку, который на тот момент действительно нуждался в деньгах. Слава Богу за Бога, что он просто показывает, вы знаете. И когда мы начали говорить о добрых делах, люди знают, вот я знаю одну сестру, которая, знаете, звонит мне и говорит, Марина, я сегодня такой поступок совершила. Я говорю, какой? Она говорит, еду менять колеса. И вижу бомжа. Ну, то есть она едет по дороге и одним боковым зрением видит бомжа, представляете? Я, говорит, уже мимо проезжаю, а меня дух обличает внутри. Ну, ты что мимо-то проехал? Добрые дела-то делать надо. Я разворачиваюсь, говорит, подъезжаю к нему, начинаю ему проповедовать. Хочешь? Хочу там. Да я вшивый, да я то есть. Она говорит, фигня, сейчас мы позвоним братьям, все сделают. Позвонили, представляете, она его сама не побоялась посадить в свою машину, отвезти в соцдом, представляете, и она вот, и после этого она мне звонит, и взахлеб вот этого, я реально понимаю, что это Бог. Вы знаете, что делает Бог? На то, что она сделала для этого бомжа, мимо которого она готова была проехать, Бог меняет ее семью. И ее муж в эту пятницу сказал, что я пойду на семейное служение, представляете? Когда она даже не подозревала, что еще произошло на нашей домашней группе. Мы начали нужды, которые мы обсуждаем на домашней группе. Мы начали молиться не только на домашней группе. Мы взяли обязательство молиться в течение всей недели за те нужды, которые были озвучены дома у себя. То есть каждый человек взял на себя ответственность молиться за нужду, которая была озвучена другим. Я знаю, знаете, может быть, не у всех сейчас это получается. Возможно, я допускаю, что не у всех. Но я знаю, что когда твоя нужда будет восполнена, и Бог ответит на нее, тебе внутри Дух тут же и скажет, молись за другого, и у того тоже будет ответ на молитву. Аминь. И вот каждый человек, я просто наблюдаю за нами, и я вижу, как каждый человек начал отнести какую-то, пусть она маленькая, но ответственность за каждого, кто приходит на домашнюю группу. Поэтому я обращаюсь ко всей церкви, я не обращаюсь только к лидерам, я обращаюсь ко всей церкви. Вы знаете, самое главное, чтобы у каждого из нас был тот человек, который готов бы нам днем и ночью послужить. Я сама, вот мое личное свидетельство, на тот момент, когда я пришла в церковь, у меня, ну так получилось, что я пришла на молитвенное служение, на молитвенном служении я познакомилась еще с одной сестрой, которая вот реально, она стала моим наставником. Умела она это делать, не умела она это делать, мы социально вообще бы никогда не пересеклись, в миру мы бы с ней не пересеклись, потому что статус у нас совершенно разный, но Бог... Он вот это все стирает, все статусы твои мирские, и он дает тебе именно того человека, через которого ты будешь благословен. И вот эта вот сестра, она мне на протяжении большего периода, наверное, в течение года, она просто служила мне. Она приезжала ко мне домой, она со мной молилась, она со мной читала слово. Она со мной в тот момент, когда я еще не могла бросить курить, уже будучи в церкви, она знала это. Я говорила, ну сил нет, можно хоть одну сигарету. И она сидела, терпела это. Представляете, я почему об этом сейчас говорю? Потому что наставник, он дорогого стоит. Я просто призываю каждого из нас стать таким человеком. Стать таким человеком. Потому что лидер домашней группы, но он просто физически, реально не сможет обойти каждого человека, если он еще и работает. Поймите меня, поэтому вот смотрите, что произошло. Вот то, что произошло в моей жизни, то, что эта сестра послужила мне, она мне дала толчок. Я поняла, что если я не буду этого делать, какой-то человек останется без благословения. И человек, и Бог дал мне этого человека. Это была Лена Мальцева на тот момент, да, которая сейчас Лена Орлова. Понимаете, вот это благословение. Каждый человек, знаете, пастор как-то однажды сказал на какой-то проповеди, что наше богатство не в богатстве в материальном, наше богатство в том человеке, которого мы сделаем счастливым. Вот наше богатство, это те люди, которые действительно сегодня нуждаются в нашем внимании, в нашей заботе. Понимаете, нам всем не хватает этого. Поэтому я просто призываю, посмотри по сторонам, этот человек рядом с тобой. Этот человек рядом с тобой, который прямо сейчас нуждается в том, чтобы ты ему помог двигаться в Боге. Потому что иногда так сложно, какие-то грехи тебя не пускают, они тебя мучают. Как я говорю, что я вот полгода, ходя уже в церковь, я все курила, не могла бросить. Я молилась за это, церковь молилась за это, представляете?
просто, понимаете, человек может не открыться. Но если ты к нему подойдешь и скажешь: слушай, сестра там или брат, я готов тебе помочь, я готов помочь тебе молитвой, я готов помочь, я готов потратить свое время, которое у меня расписано, но я готов это сделать, понимаете? И я знаю, что на моей группе, я верю в это, что на моей группе каждый человек найдет себе другого человека, которому был, послужил бы. Потому что по-другому ну просто не может быть. Просто не может быть. И вот Москалев, когда приехал, он поставил вот жирную точку во всем этом. Я знаю, что я на правильном пути. Я знаю, я просто призываю тех лидеров, которые встали под меня. Я просто, мы соберемся. Просто вот та неделя у меня была просто запаренная на работе. Мы соберемся на этой неделе. Потому что, знаете, почему я еще откладывала нашу встречу? Потому что сейчас два моих помощника, они просто обзванивают всех новообращенных людей. Видимо, кто-то уже знает, что ему звонили, спрашивали, как дела и так далее. Чтобы у нас был ясный список именно новых людей. Новых людей, которые не охвачены в церкви. Таких за этот год покаялось, и то это я с апреля начала вести, порядка 80 человек. Представляете, это еще плюс сотня целая. И если мы говорим о том, что у нас 60-тысячная церковь будет, слушайте, ну давайте вот просто выхватим вот это откровение. Это будет во имя Иисуса Христа. Это будет. И кто это сделает, если не мы? Но кто это сделает, если не мы? Поэтому просто задумайся, потому что особенно обращаясь к тем, кто давно уже в церкви. У тебя такой багаж, у тебя такой потенциал вложен Богом внутрь твоего сердца. Слушай, ну поделись им с ближним, просто поделись им с ближним. Потому что, знаете, иногда, конечно, ну, надо терпение иметь, да, чтобы вот... Я вспоминаю, как Лена в свое время, там ей говоришь, она артачится, бодается... Ну, слава Богу за Бога, что он что-то делал в ее сердце. Она соглашалась, шла, делала, и потом реально понимала, что да, действительно, это благословение, что она так поступила, понимаете? Любой человек, вот сейчас человек, которому я служу, у него сложная ситуация, очень сложная, в семье сложная ситуация, в работе сложная ситуация. И она может мне позвонить в любое дня, время дня и ночи и сказать: все, и пишет мне вчера, например, я устала. Просто написала одно слово: я устала. И ты вот этому человеку должен послужить так, чтобы ее усталость преобразовать в положительную энергию, понимаете? Чтобы Бог просто взял сейчас, сошел на нее, и я уже ей там говорю: короче, клади трубку, повторяй за мной, написала смс-ку, говори: ха-ха-ха, помните, нас пастор учил, да? Плохо тебе, скажи: ха-ха-ха, и все, и все проблемы. Но они, конечно, не улетучатся, но все равно у тебя негатив, вон, люди улыбаются, знают, уже проходили это все, да? То есть у тебя негатив преобразуется в положительные, да, эмоции твои, которые нам так необходимы. И я тебе что еще хочу сказать? Если ты думаешь, что у тебя плохо, поверь, есть человек, которому намного хуже. Намного хуже. И когда ты начинаешь этому человеку проповедовать, когда ты начинаешь этому человеку служить, когда ты начинаешь тратить на него свое время, твое вот это вот хуже, оно вообще не ты смотришь и думаешь: да мое вообще, пфу. И пошел сатана вон. Я сегодня ночью проснулась, у меня горло заложено. Думаю: ну ты козел вообще. Я его нокаутировала, как могла, конечно. Но сегодня поэтому я спокойно могу проповедовать. Правда, проснулась вообще, думаю: не, ну капец, слово надо говорить, а у меня горло заложено. Да не будет так, понимаете? Ну, естественно, я среди ночи не звонила сестрам, чтобы они там за меня в подмогу впряглись. Но, тем не менее, знаете, бывают ситуации разные. И я, знаете, что еще хочу сказать? Вот по поводу наставничества. Вот пастор все время подчеркивает, что Царство Божие, оно внутри нас. И вот давайте откроем место Писания. Вот Бог мне просто вчера открыл это. Матфея 13 главу. 44 по 46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашел человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Слушайте, я сейчас обращаюсь, вот каждый человек, это царство, это жемчужина. Вот просто это жемчужина. Вот прими сейчас в свое сердце, что каждый человек, сидящий вокруг тебя, это жемчужина, ради которой ты оставишь все. Оставишь свое время, оставишь свои деньги, оставишь еще что-то. Но ты послужишь этому человеку, потому что в Библии написано, что ради этой жемчужины, ради этого человека, человек все отдал, все продал и пошел. И эту драгоценность он сохранил. Представляете, каждый человек, он имеет это драгоценное для Бога.
Каждый человек. Здесь нет ни одного, который бы не был драгоценен в глазах Бога. Поэтому я просто призываю, давайте будем служить друг другу. Давайте будем просто служить друг другу. Посмотри вокруг, я тебе говорю, есть человек, который нуждается в тебе. Есть этот человек. Послужи ему. И через это ты, как вот Рома сегодня зачитывал место Писания, и через это ты будешь благословен. Ты будешь благословен, потому что Царство Божие – это мир, радость, доброта, это надежда, которую ты даешь человеку, понимаешь? Кроме тебя ему дать это никому. Никому. Потому что, знаете, порой человек в такую депрессию уходит, и когда ты приходишь к нему и начинаешь ему говорить позитивные слова, которые написаны в Слове Божьем, у него появляется надежда. Если ты прошел через это, значит, и я смогу. Значит, и я смогу. Я, знаете, я всегда восхищаюсь теми сестрами, которые приходят и свидетельствуют о том, как Бог отвечает на наши молитвы. А уже есть ответы на те молитвы, на которые мы начали молиться на нашей домашней группе. Представляете? Они уже есть. Прошло всего 3 или сколько-то домашних групп, когда мы начали все вместе молиться за нужды друг друга. И уже есть молитвы. Представляете, какой Бог чудесен. Но если мы сами не будем этого делать, никто, кроме нас, этого не сделает. И Рома сегодня хорошо говорил о том, чтобы делать добрые дела. Вы знаете, вот не хочу как бы настаивать на том, что давайте еще раз говорить, в субботу поедем, там снег, это, знаете, это добровольно, но я просто хочу сказать, что в твоем сердце? Вот мы иногда действительно ожидаем, что вот, о, это недоброе дело, вот там, я не знаю, горы сдвинуть, вот это да. А так что просто, дать каким-то детям, инвалидам, да ну нафиг, у меня свой день, суббота расписан. А ты просто задай себе вопрос. Слава Богу за то, что твои дети, они здоровы, живы и полноценны. Слава Богу! Вот это реально слава Богу. Но, к сожалению, есть на планете Земля дети брошенные, дети-инвалиды, которым реально никто в этом мире не послужит. Знаете, есть меценаты, которые отстегнут от своего богатства, от избытка своего, отстегнут там какую-то там, ну не знаю, там миллион или там сколько-то, да, но при этом сердце их холодное. Но нам Бог вложил любовь в наше сердце. Любовь вложил в наше сердце. Давайте этой любовью будем служить действительно. Вы знаете, когда мне звонит сестра и говорит, что у нее, извините, снегом засыпало дома, она одна, 2 детей. Но она устала к братьям обращаться за помощью. Слушайте, ну стрёмно, вот братья, вот знаете, мне стрёмно слышать это. Когда сестра жалуется, что пришли, пожрали, когда я уже снег собрала весь сама, и ушли. Вот мне вот это стрёмно слышать, мне обидно, что у нас может такое происходить в нашей церкви. Да не будет так, да не будет так. Ты что, без руки или ты без ноги не можешь пойти и послужить? Посмотри вокруг, у нас пенсионеров вот сколько. Ну подойди к пенсионерам и задай вопрос, вам окна помыть не надо? Вы справляетесь сами, ну просто ты нужду, ты посмотри вокруг. Ты посмотри вокруг, не ищи там где-то, искать понятно, где-то тоже надо. Но среди нас сидят такие же люди, которые нуждаются в помощи. А мы даже не знаем, кто у нас из пенсионеров в своих домах живет. Согласитесь, не знаем, даже я не знаю. Ну то есть, я за себя тоже отвечаю. Я для этого, когда мне сестра позвонила, рассказала эту ситуацию буквально вчера, меня это зацепило, думаю, а я действительно, я тоже ведь не знаю, я тоже ни разу не подошла ни к одному пенсионеру, не спросила, нужна помощь или не нужна помощь. И я тоже в этом обличаюсь. И слава Богу, что Бог обличает наши сердца. Аминь. Но я хочу всех вдохновить просто-напросто. Знаете, нас ждут большие перемены. Нас ждут большие перемены. И я верю, что поднимутся новые лидеры, домашние группы, потому что действительно, ячейка домашняя, это дорогого стоит. Но нигде ты не сможешь. Один в поле не воин. Аминь. Но не воин один в поле. А когда нас много, мы имеем силу. Мы имеем силу наступать на всякую болезнь, на всякую немощь, на всякое проклятие во имя Иисуса. И побеждать это все с нашим Господом. Один ты не воин. А когда ты приходишь на группу и говоришь, у меня вот такая нужда, я за тебя, извините, 15-40 человек молятся за эту нужду и продолжают за эту нужду молиться, чтобы Бог ответил на эту нужду. Представляете, какая это сила?